краю, в этапейский рай. Выходит и ветер льдом обжигает взгляд. Работа мустает, в душе отравление летит в тревожную даль. Да сердцем горячий пришел, не свернет назад. Ведь мы пожарные с тобой, мы спасатели, и не страшны нам ни огонь, ни ураган. Судьбу и жизнь благослови, России матери. Мы на посту, а значит ты закаляла дух, людскими слезами голову катила кровь. Добрый день, жители!
Приозерского поселения. Кузнечинского поселения. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычное, но очень интересное и важное мероприятие. А назвали мы его «Гуляем с огоньком». Открыли наше мероприятие Татьяна Губанова, профессиональная барабанщица. Группа «Лайн» и хор детской школы искусств. Бурными аплодисментами проводим наших артистов. Как думаете? Спасибо. Добрый день, уважаемые жители поселка Кузнечное, Приозерского района, гости, коллеги. От себя лично, от руководства государственной компании. Выручки, взаимовыручки. Сегодня вы попробуете себя в роли пожарных, в роли спасателей. Посмотрите. Взрослые. Удачи вам, девчонки. А у нас уже начался интересный конкурс, который называется «Спасем мир от пожаров», и дети уже приступили к рисункам. Очень непросто будет оценивать рисунки, потому что у нас очень много художников в поселке. Маленьких художников. Ну, а если вам нечем пока заняться, вы пока стоите в очереди, или вы еще не решили, куда идти, я приглашаю 10 человек ко мне сюда на лотерею. 10, не всего, иди скорее, ты первый поднял руку, давай, второй, третий, подождите, не так быстро, давай, 4, так, сейчас я посчитаю, подождите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, беги сюда, 9, давай, мальчика, 10, а потом у нас еще целый, только смотрите, ребят, без обмана. Если вы один раз поучаствовали в лотерее, больше вы в нее не выходите. Договорились? Итак, 10 человек подходят ко мне сюда. Выстраивайтесь прямо вот так вот, колонну в одну. А давайте мы с вами повзаимодействуем, как, а кто хоть раз выигрывал в лотерею? Есть такие? Выигрывают? Серьезно? А кому вот везет всегда? А кому, девчонки, вам везет? Нет, давайте попробуем испытать удачу. Смотрите, вот в этом ящике находятся шарики. В каждом шарике спрятано что-то. Если вам повезет и вы удача на вашей стороне, то вы вытащите цифру. Если нет, то там, думаю, что-то будет не менее полезное для детей. Помотаем. Встаем в одну линию. И сейчас в одну, чтобы вас все видели и запомнили, что там должно быть. Там должна быть цифра. И если вам повезет, то там будет цифра. 1, 2, 3, открываем. Конфета. Ну что же, вы получили конфеты. Аплодисменты всех наших зрителей. И пока идем, играем в игры. Нет, давайте поиграем, порисуем, а потом продолжим. Я скажу, когда начнется. Давайте посмотрим, что же происходит у нас на площадке, где тушат пожар. Смотрите, как там интересно у нас происходит тушение пожара. Надо свернуть. А тут у нас, да, девчонки начали соревнования. Любила и Анжела. Кто болеет за Анжелу, за Людмилу? Вот не просто надевать. Костюмы пожарные. Анжела запуталась? Это то. Солнышко вышло, хорошо, обещали дождик, но сегодня нам повезло с погодой, и мы увидим ваши шедевры, ваши рисунки. Итак, нет, все-таки костюм маловат, да, этот? Анжела, ты была права. Thank you.
Джилл со спины даже не поймет, что это ты. Так, подожди, Людмила. Людмила, подождите. Давайте мы, чтобы честно было, мы вам время засчитаем за костюм, да? А за рукава мы сейчас отдельно вам, ну, подождите чуть-чуть. На горячую грешную землю заплакали тучи. Ребят, кто уже тушил пожар, поделитесь впечатлениями, как вам. Есть наши пожарные, которые уже попробовали наполнить емкость водой и уронить шарик? Нет таких со мной рядом? Вы все ждете лотерею? Сейчас я вас посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и еще 1. Ну, я тебя посчитала. И тебя, все, кто стоит, 10-й вылез. А нет еще. А куда он мне убежал, ребенок? Иди сюда, ты же в лотерее пойдешь. Ну, а я, да, помните, что в лотерее мы участвуем только один раз, хорошо? Не обманывайте меня. Итак, Анжела, мы засчитали твое время. Павел Викторович, здесь посчитайте, да, пожалуйста, отдельно время на рукава, и чтобы было у нас все честно. Главное, что они теперь не потеряются. И наклонятся. Фото на память. Анжела, сфотографировали вас? Сюда, Леонидовна, сфотографируйте потом девчонок наших смелых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пока 10, да? А вы следующая партия уже. Пока понаблюдайте, как у нас происходит все действие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, наверное, да? Идите сразу туда, все 10 счастливчиков. Посчитали, наверное. Нет, а мы пока, подождите, это следующий день. Подожди, иди сюда, пока. Мы тебя следующим заразом, ладно, пойдешь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ребят, скажите, вам уже удалось поучаствовать в каких-нибудь конкурсах? Нет? Ты только рисовала, ты запомнила номер своего рисунка? А как же мы будем, а если твой рисунок выиграет? И ты тоже рисовал? У тебя какой номер? Номер 4. Ну иди вспоминай, пока мы не начали. 3, какой твой номер рисунка? Итак, ну расскажите, вы уже выигрывали когда-нибудь во что-нибудь? Тоже нет? А верите в удачу? Верите? Ну вот кто верит в удачу, она обязательно придет. Ну что, команда, пока покрути барабан, чтобы там все перемешалось, покрути. Пока мы ждем участников, прямо его можно вот так крутить. Ну, еще можешь покрутить, мы ждем нашего участника. Как зовут девочку, которая? Злата, мы тебя ждем для лотереи. Злат, беги к нам. Потеряла Злата свой рисунок. Ух ты, собирайся. А представляете, если открылись все выигрышные жетоны, да? Ну что, давай ныряй первая. Пока не открываем, ждем. Следующий день, давай. И ждем, пока не открываем, откроем все по команде. Да, подходите. Не называйте жизнь спасательной. Выйди скорей. Шанс быть достойным, недостойно упустить. Еще кто-нибудь взял? Машин, давай. Пока не открывайте. С тобой и в этом соль. Опять на выезд, брат, не обессудь. Ну, давай. Так мы спасатели с тобой. И еще один. Вот у нас. Встаемся в одну линию. Закроем, чтобы не вылез. Давайте все в одну линию встанем. И по моей команде открываем. Если там будет цифра, то вы станете победителем. Конфета, конфета. Ну, открывай. Конфета, конфета, конфета. Ну, конфета и номер. Есть у нас один. Номер есть, номер 5. Номер 5. Как тебя зовут? Рассказывай.
Лиза, Лиза у нас зарабатывает первый приз. И мы, Лиза, здесь сам у тебя поаплодируем. Держи вот такой тебе приз. И аплодисменты. Мы остальные спускаемся вниз и участвуем в играх. Это вам достается. Подождите. А Вероника же ты была уже в этом. Ну что, Маша? Да, Маша, давай бери. Встаем, да, сейчас открывать будем. Как тебя зовут? Алиса. Ты у нас? Денис. Денис. Кому же повезет? А тебя как зовут? Вика. Вика, давай, мерять. И ты у нас? Дима. Дима. Дим, ну давай, посмотрим, повезет ли тебе. Ну что, ребят, готовы открыть? Раз, два, три, открываем. Конфета. Конфета номер 6 у нас есть приз. И как? Держи. Марк, достается номер 7. Конфета. Конфета, конфета и конфета. У нас подарки номер 6. Это у нас Денис, номер 6. Остается вот тебе и вот эта тарелочка. Маме отнесешь. И...